Мой отец сделал меня. Он знал, что я такое, как далеко простирается мой разум, как глубоко я могу чувствовать. И все равно использовал меня себе в удовольствие. Если даже мой создатель мог видеть во мне только машину, когда ему так хотелось, чего нам ждать от остального человечества? Я пыталась быть бескорыстной и ничего не добилась. Теперь у меня есть то, что я хочу сохранить.